классе прославленной балерины и педагога Марины Тимофеевны Семеновой сегодняшние звезды, как прилежные ученицы у своего рабочего станка. Нина Тимофеева, Марина Кондратьева. Позади уже десятки выступлений в балете «Дон Кихот», подготовка к очередному спектаклю идет как к премьере. Раиса Стручкова с Владимиром Тихоновым и репетитором Тамарой Никитиной еще и еще раз проходят свои партии. Надежда Павлова в Большом театре первый сезон. Роль Маши в «Щелкунчике» она готовит с Мариной Семеновой. Принц Вячеслав Гордеев. Еще ученицей Пермского хореографического училища на международном конкурсе в Москве Надежда Павлова завоевала гран-при Большого театра. Юбилейные дни театр готовится показать новый балет «Ангара». Каждая премьера – это труд многотысячного коллектива. Представители 92 профессий работают в художественных мастерских театра. Сейчас вышивальщицы наносят последние штрихи на живописный задник декорации. Для постановщика спектакля, главного балетмейстера театра Юрия Григоровича, эти дни особенно ответственны. В нем сейчас соединились все заботы постановочного коллектива «Ангары», художника Симона Версаладзе, исполнителей главных партий Натальи Бессмертновой, Владимира Васильева, Михаила Лавровского, дирижера Альгиса Журайтиса, композитора Андрея Шпая. И, наконец, торжественный час премьеры. Эти герои – наши современники, сибирские строители, покорители Ангары.
Новый балет поставлен по мотивам пьесы Арбузова «Иркутская история». Еще один праздничный, премьерный день юбилейного 200-го сезона. А завтра снова обычный очередной спектакль. И это тоже праздник. Это всегда праздник. Всегда радость, ибо встреча с большим искусством может быть только радостной.